Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Илья Бобров, и мы продолжаем проходить Saints Row 4. Кстати говоря, вещи все пропали. Кстати говоря, мы все еще находимся в виртуальной реальности, насколько я понял. Так, ну и что? Это наше временное убежище. Какой беспорядок? Тут вроде как лаборатория была. Ну давай, давай. Так, и чё? А, ну всё, миссия закончена. Чуть-чуть нам в прошлый раз оставалось. 2000 долларов. Второй уровень. Возможность по-быстрому угонять машины, что ли? Ух ты, какая тут музыка есть. Вот ты угрейды. Угрейды. Способности. Быстрее бегать. Дольше, то есть бегать. Это нам пригодится. Да. Так, а еще можно. А, это все покупается за деньги, поэтому на 25% больше здоровья. Отлично. Ну и все, денег больше нет. Квесты. Так. Беремся за квест. Все понятно. Вот, видимо, как у нас появятся эти способности. Мы же, по сути, сейчас находимся в виртуальной реальности. Машинку подогнали. Так, ладно, поехали. Три цели. Ближе всего получается вот это. Так, найти надо этот кластер. Так, ну я его нашел. Ага. Ну, это все будет просто. Машину только жалко царапать-то. Хорошая машина. Come on, Kenzie, sing it with me. No. Пропустил. Oh, come on, I'll even let you be the cat. Not gonna happen. We come together. Now your turn, come on. And you know, it ain't fiction. Come on. No. Whoa. Kenzie, that's an order from your president. Fuck that. This is why we aren't closer. Ah, это татуировщик. Неплохо. Так, нет. Левая рука. Тут чего-нибудь получше надо сделать. Ой, ну это совсем. Лягушки, бабочки, цветочки. А вот это... Вот это мне нравится. А может быть и нет. Вот еще есть, что еще? Ничего. Тогда... Нет. Вот это. Вот это да, мне это нравится. Почему здесь нет татуировки Васи? Это было бы в тему. Кости. Какого же цвета, какого? Темно-фиолетового какого еще? А тут только остатки. Ой, я заколебался, кажется. Ладно, больше нам ничего не надо. Нет, не спина. Грудь.
Черепашка. Нет, нет, нет. Да, выбор не очень большой. Ну, это прикольно вроде смотрится. Ну, и на спину сейчас. Цветочки мне не нужны. Не нужны мне цветочки. Дракон примитивно. Нет. Мало-мало татуировок. Поэтому хватит. Сваливаем. А я надеялся на одежду. А то хожу тут как идиот. В очках еще. Блин, поцарапал машину из него. Дату собираем. Ну, ездит, поворотники не смотрят. Actually kind of understand that. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope, never mind, you're talking gibberish again. Ugh, it's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Now we're talking the same language. So, three of these enough? Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Прости, чуваки, нам пора ехать. Fine, clusters. If they can be so useful, then why isn't Zinyak sending his people out to collect them? Why would they need them? To give his people a boost or something. I don't know, you're the one who says they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! Yeah, but what about keeping us from... You know what? Never mind. I'm just gonna accept this and move on. Probably better that way. Да, говорят. В чем говорят, непонятно. Ну да, раздолбали всю машину. Что ведь не есть хорошо. Даже это плохо, я бы сказал. Так, ну, пока какие-то миссии скучноваты идут, если честно. Zinyak destroyed my apartment. That place should have been condemned a long time ago. Well, I always thought I cared. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your house. Ну, так, дальше что? А, квесты, да. Так, Powers. О, есть. Супер джамп, супер спринт. Нет, супер джамп. Ассист. Это круто. А, супер спринт тоже доступен. Это вдвойне круто. Так. Оу, щит. Вот. Это чё? Такое сейчас было. Подбежала, начала бить. Это же матрица. Так. Прыгай. Вот это нормально. Это похоже на прототайп уже. Try pushing off from the wall each jump. I can climb walls? It'd be more accurate to say you can jump up from repeatedly. Same difference. Вот это вообще просто нездоровая фигня. This time I blew the building apart. Try making that jump. Да, это круто. Воу! Да, это все-таки прикольно. Да. Теперь падаем, как когда-то падал Нео. Прикольно.
прикольно, что сказать. Не, ну это нормально, мне нравится. Супер удар еще всякие надо. Вообще классно будет. Ага, сейчас у нас гоночка будет небольшая, да? Которую опять же все мы видели в геймплее. За 15 секунд. 3, 2, 1. Побежали. Блин, а это сложнее, чем казалось. Sounds simple enough. It did the first time I said it too. Brilliant. You know I love you, Kenzie. Wise. Вот это надо было. Вот это. Вот это вообще просто офигенно по городу так скакать будет. Вот, давай, 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 давай. Да. Немного непривычно и неудобно. Ну прыгай же. Серебро. Ну это тоже неплохо. И это тоже неплохо, тоже нормально. Блейз. Да что ты? Три 500 кэша. Третий левел. Это замечательно. Да, это мы выучили. О, достижение, во. Так. Нет, не квеста. Смотрим на карту. Здесь уже, да, магазин одежды. Наконец-то. Nobody loves me. Они все так называются? Нет. Так, это соревнования, это непонятно какие магазинчики. Так, это что? Танк Майхем. Ну, это все состязание. Костыли. Ну, это понятно, ладно. 4 пауэрс. Новые апгрейды, смотрите. Так. А у меня недоступно, просто ничего нету. А вот апгрейдиков купить можно. Окей, окей. Так, все, денег нет. Кэш. Так, деньги переводятся... А, в кэше деньги остаются, и они переводятся затем мне в деньги, как-то так похоже. Блин, блин, стойте, я не хотел, я же хотел в магазин съездить. Понятно все, все понятно, уничтожить генераторы. Мы это умеем. Мы же мощные, мощные. So, what exactly is a hotspot? Так, давай-ка hotspot на карту надо переодеться в любом случае. Simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these seem to be for. Is this the only one? Of course not. О, дата, дата. Стой, прыгни, прыгни. Ну, блин, крыша мешается. До этого невозможно. Так, сейчас исчезнем. О. Так, ладно. Здоровье. Не бойся, не бойся. Что-то я от этого магазина...
Чё? Чё он мне предлагает, я не понял. А, ну всё понятно, что это за магазин. Всё понятно. Да уж. Bad Kitty. А чё бы и нет? Ну вот шляпку-то... А, шляпку надо, шляпку надо. Вот, это вообще просто... Да, мой выбор. Очки бы вообще, конечно, снять. С Рэй, блин. Все, замечательно. Магазины какие-то. Что такое? Нет, 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 назад. Магазины какие-то, блин. Ты чё? Как? На, изи. Понятно, ГГ. Изи. Карта. Так, карта, карта. Что у нас по времени? Потому что планы в кино еще сходить надо. Нет, магазин одежды. Ну, он лежит там, да. Планет Зин. Ну, пускай. И поехали. Ну, тут, блин, вот так сделали, что машина, в принципе, не нужна даже. Уи! А чё, кончилось, что ли? Больше бегать... О! Два кластера. Так, это они или нет? Сейчас надо проверить. Да, это они. Вот надо эти штуки собирать, чтобы были улучшения. Ладно, ну, нам сейчас не это надо. Нам нужен магазин одежды. Так, копим, 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 прыгаем. Вот и магазин. Ну, здесь, по-моему, можно нормально приодеться, да. В японском стиле. Как самурая. Планет Зин. Да я не... Что это такое вообще? И вот... Ой, нашел, нашел. Сейчас мы найдем себе по вкусу. Нет, ни капюшона. И ни куртки. Ни топик. Ну, ладно, посмотрим, что еще есть. Это же на моем прошлом персонаже было, я уж не помню. Так, пойдем снизу. Ай, блин. Ладно. Нет, где это? Все так и пускай не так. Это что, бирка? Да нафига мне бирки этот цвет? Так сойдет. Всего 30 баксов. А, нет. Какие-нибудь джинсики надо модные. Туфли-то еще какие надели, а на меня? Кошмар, ужас.
Где же трубы? Широченные джинсы надо нам надеть. Не лосиных же гонять. Все, что ли? Нет, точно нет. Даже не знаю, блин. Ну, это вообще не канает. Ну, ладно. Джинсы такие, пускай будут. Не видно ничего на этом черном фоне толком. Вот. Вот это вообще супер. Труселя сменим. Зачем нам труселя? Наконец-то. Вот. Теперь хотя бы одет по-человечески. Запрыгиваем. Стреляешь своего товарища. Ну да, конечно, асом. Под задницу взял, вышел знать. Так, ты живой, что ли? С этой херней мне что делать? Надо ее выключить просто, получается. Замечательно. Что дальше по плану? Еще один. Далековато. Блин, блин. Кластеров-то дофига валяется, кстати говоря. Это здорово, здорово. Только он живой остался. Отстань от меня, негодный. Ты кто там? Где ты? Иди сюда. Понял, да? Это что такое было сейчас? Чё? А где я? Воу-воу-воу-воу! Типа плавать нельзя, что ли, нам получается? Привет, друзья! С щитом! Второй щитом. О, у меня нет здоровья. Я почти рассинхронизировался. Тут по такому случаю надо что-то получше включить. Ну, что-то типа того. У нее есть аптечка. Так. С этим что-то надо сделать. Воу, это они, короче, нормально сносят. Ты
что здоровья нету. Ну и, похоже, времечко позднее. Мне пора уходить. Поэтому в следующий раз с этого момента мы и начнем. Ну а с вами был, как всегда, Илья Бобров. Всем пока!